не знаю, боюсь. Потому что, говорят, если колоть, начать рану, то потом мышцы привыкают, и, ну, вообще жесть становится. Короче, я, походу, разучилась делать себе косички. Прости. Вот, но вообще, в принципе, по-моему, есть какой-то мягкий препарат, я не знаю, как он называется, не ботокс, а именно какой-то такой мягкий препарат, который колет, и он убирает мимические морщины. Ждем фотосессию, как и предполагал. Какую предполагал? Какую фотосессию? Фотосессию. Алина, каждый эфир новая аудитория, что ли? Все по кругу. Господи, я вот тоже не понимаю. Каждый раз новый или что? В целом я уже привыкла, что каждый раз одни и те же вопросы. Ну, как бы. Короче. Какие-то вот такие косички у меня получились. Сейчас посмотрю, как получилось. Нормально у нас косичками? Да. Посмотри. Ну посмотри, алло. Да нормально, нормально. Ты посмотрел? Да. Или нет? Посмотрел. Когда? Так. Теперь очень удобно, есть лампа. Можно что-то делать и смотреть. Привет из Пятигорска. Привет. Не слушай никого, ты очень красивая, губы. Спасибо. Привет, красотка. Привет, Лизочка. Как ты? Как ты? Так разве не было предложения? Не было предложения. С чего вы решили? Вспоминаешь острова Дом 2, конечно. Острова, да. Двойня появляется в том случае, когда у кого-то из партнеров были двойняшки в роду. Ну, у меня есть двойняшки. Передавай молодому человеку привет. Передаю молодому человеку привет. Спасибо. А ты что трубку не берешь? А? А? Ну, не тебе, я сказала. Не слушай никого, не смотри на комментарии вообще, ты красотка. Спасибо. Это твой мужчина ребенок? Да. На скольких языках говоришь? Татарский, русский, ну, английский, можно сказать. Но я сейчас на стадии идеального обучения. В смысле, чтобы идеально прям разговаривать. Как здоровье? Здоровье, все хорошо, спасибо. Украинские мужчины, они добрые, классные. Да, да, мы такие. Вы сейчас с фильтром? Да, сейчас с фильтром. Потому что, ну, я все, ну, я могу убрать фильтр. Видите, какой я красный сразу? Ну, я после пилинга. Пилинга. Поэтому как бы вот как-то вот так вот. После я не хочу, просто после пилинга. А тут сразу, видите, ровная кожа. Пилинг мой не видно. Какой у него знак зодиака? Так, сказать вам размер трусов, не? Носки. Какой у тебя размер носков? Скажи, пожалуйста. Какой же размер обуви? А какой у тебя размер обуви? 42-43. Короче, размер обуви 42-43. А, футболки М-ки, размер трусов. Не знаю, кстати. Так, что вам там еще интересно? Что? Какие вопросы? Или политики нет Николова? Привет, Изофи. Привет. Сколько весишь, не знаю вообще. Надо, типа, встать на весы, посмотреть, какой вес. А в Турции на ПМЖ нет. Временно пока. Отлично с косичками, секс и мило. У вас виниры? Нет, у меня не виниры, у меня свои зубы. Привет, как дела? Все хорошо, спасибо. Алинка, приходи на свадьбу 35 июля. Так, а у кого свадьба, не могу понять. Ты что, замуж выходишь? Давай, скажи. Я рискую здоровьем клиента, работаю, смотрю тебя. Ты аккуратнее там, аккуратнее, аккуратнее. Это фильтр или загар? Да это фильтр такой. У меня просто, видите, убирают. Но сейчас сглаживает кожу. Вот, я без фильтра. Ну как вам показать? Просто у меня, короче, после пилинга, видите, я вся красная. Алина, турецкий легкий язык, учись. Да, я бы, ну, как бы он легкий, но особо не хочется. Вы в Казани или в Москве? Я в Турции. Губы слишком надутые. Хорошо, ладно.
И без фильтров милая очень. Спасибо большое. Глаза цвета кайф. Спасибо. Так, хорошенькая без фильтра лучше. Ну, я не хочу без фильтра. Я так себя, как это, этот... Я сразу смотрю на свою кожу, мне она не нравится. У тебя самый красивый цвет глаз. Серьезно? Спасибо. Хотя сегодня... Помнишь, я тебе вчера говорила? Что? Про цвет глаз. Вчера они были темные, я когда была злая. Кстати, не смотри, светлые. Что? Это тебе серьезно говорю? Окей. Ну, ты видишь? Да. Ты посмотри, ты видишь? Или нет? Сейчас свет светит. Общайся там, потом общайся. Я же параллельно тебя спрашиваю вопрос. Мои родные, ну, у меня мама знакома, ну, как через интернет, через видео. Когда поедете в Татарстан? Лёня, когда мы поедем в Татарстан? Не знаю. Пока нет, не надо. Рост его? Какой у тебя рост? Ты не знаешь? Нет, ты, я знаю, что у меня выше, не знаю. 1.81 м. 1.81 м. Я это говорил 500 раз. Ты думаешь, я запоминаю твой рост? У меня такая важная эта информация. Такие розовые щечки, так они красные вообще в целом. Я вся красная, вот смотрите, сам покажу. Вот видите, я вся красная. Еще мне как будто, видите, под белой, тут вот белая, тут красная. Потому что тут делали, если так выключить, то, наверное, буду еще краснее. Ой, так вообще я красный стал. Короче, все, не хочу. Так пусть будет. Чего вы мне его показываете? Он лежит, отдыхает. Так, а у ребенка мама есть? Нет, блядь, он родился с воздуха. Да. Ну, тут вам ответили. Грубый какой-то. Лень, ты почему грубый такой? Ну, я не грубый, просто очень много тупых вопросов. Согласна. Алло. Он не ревнует тебя к Инстаграму? Нет. Алло. Чего ему ревновать? Я же с ним. Да. Как в песне «Твои глаза цвета виски». Беременна даже дуратун лама. А есть там мама или батя рядом? Когда у него день рождения? Не знаю. Ну да, что не показалось его. Родители хорошо относятся. Окей, хорошо. Да, я отращиваю длинные волосы, видите? Угу. Хочу, чтобы скорее у меня выросли. Были длинные, я бы делала волосы, хвостики. Беги от него, грубоватый какой-то. Почему ты так говоришь, что ты какой-то грубый? Ты грубый? Да, он грубый. Для них, да. Для вас, да. Матурка, ты бы могла простить меня? Нет. Зачем я... По-разному, там лисы, блин, ну, допустим, Алекс. Все, я устала стоять. Вот видите, какой... Видите, какая у меня кожа сейчас ужасная. Короче, 5-6 часов спокойно делать. Видите, какая она у меня? Все, я устала, кстати, взять лампу, как дебилка какая-то, дебилоид. Вообще не понимаю, блядь. Один раз пожелать. Каунт это. Хочу яблоко. Нет, я не знаю, когда у него день рождения, представляете? Да я знаю, когда у тебя день рождения. А? Ты думаешь, я не знаю, когда у тебя день рождения? Нет. Знаю. Да. Не скажу. Я же поэтому в эфире сейчас не говорю. Так. Наоборот, классный чувак. Угу. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь. Что с твоим лицом?
Я после косметолога. И люди с этого потом отругаются. Специально буду говорить. Дай прокрем. Какой любимый карандаш для губ? Нету любимого карандаша для губ, кстати. У меня их 4 штуки. Я им пользуюсь только когда есть настроение. Просто жесткий мужской характер и голос приятный. Это очень красиво. Спасибо большое. И чего нет, как в России? Так, у тебя ушки проколоты? Да, у меня уши проколоты. Какая еда популярна в Турции повседневно? Чечевичный суп. Тут все почему-то его едят. Просто. После 6 вечера яблоки нельзя, они бродят. А что, да что такого? Я после 6 все ем. Все, что можно и нельзя. Мне 27 лет. А я все жду тебя, все жду тебя. Любишь нас, вас, кого нас? В каком городе? В Алании. Чуть не понимаю, если не свою аудиторию, если честно. Что вы вообще пишете? Так, сегодня вообще пятница. Вы собираетесь идти тусить? Попка шевелить. А? Че? Пятница? Что ты услышал? Тусить. Ты пойдешь тусить? Караоке. Ты пойдешь тусить? В караоке. В караоке? Нет, не пойду. Спой песню, я ухожу. Сейчас вспомню слова. Что там? Не за... Что-то сейчас не помню. Не зови меня, милая. Нет. Не зови меня, милая. Без тебя теперь счастливее. Ну, тут надо громко петь, я не могу. Ребенок спит. Никита не женился, я не знаю, жив ли он вообще. Больше 20 лет не дашь. Это круто. Начала смотреть, ты была такая же, вообще не изменилась. Наоборот, красивее стала. Очень приятно, спасибо вам большое. Будешь оставаться в Турции жить? Нет. Не буду. Кстати, вы смотрели фильм, как «Властелин колец»? «Властелин колец» смотрели? Может, тебе к дерматологу он записываться? Конечно, благодарю вас за совет, но я знаю, потому что там такая история дебильная. Он турок? Нет, он не турок. Сколько стоит снимать квартиру или коттедж в Турции? Ну, вообще, от $300 и выше. Ты нашла вообще язык с сыном парня? Конечно. Не показывай парня, а то много злых глаз. Как проявляется настоящая любовь парня к девушке? Я считаю, что каждый человек ее проявляет по-своему. Не бывает одинаково. Какой опыт тебе дал Дом 2? Ну, об этом долго можно говорить. Но
определенно какие-то установки для... Ой, блин, я же ничего не показала. Знаешь, что я сделала? Ужас, я же ничего не показала, да? Я сижу, короче, и моя любимая привычка, понял? Я же ничего сейчас не показала, да? Пожалуйста, скажите мне, да или нет, быстро. Пожалуйста, только да, да, нет. Зачем у тебя фильтры так красивые? Спасибо большое. Пупок варежки, например, что? После пилинга... Какой опыт дал тебе Дом-2? Уже ответила, помню, пилинг всегда так, я еще помню себя. У тебя косички? Да, я косички заблюла. Могу я держать, чтобы я ничего не видел. Что ты обычно делаешь, когда тянет настроение? Плачу, музыку. Все, я все закрыл. Музыку слушаю. Это уже клиника, честно. Очень красиво. Нет, не видно. Фух, успокоилась. Я просто такая сижу, короче, знаешь, спокойно руку на сумму. Короче, у меня есть такой дебилизм. Ну, не знаю, как это объяснить. Дайкос. Я не брала. Сейчас тебе покажу. Нет, не покажу. Не покажешь. А, я не знаю, Дайкос. А вон же лежит Дайкос. Вон. Короче, у меня есть такая дебильная привычка, я как назвать, не знаю. Я с детства люблю, короче, ну, держать руку вот здесь. Я могу спать вот так. Раньше, короче, на контрольных сидела, ну, то есть писала контрольную, а рука была, то есть, ну, на груди. И, то есть, ну, там, не знаю, как это объяснить. Это смешно и стыдно рассказывать, но раз уж тема зашла. То есть я могу спокойно разговаривать и руку закинуть туда убрать. Ну, типа, это такая фигня у меня. Видите, я уже полезла и с вами в эфире разговаривала. Кем работает твой парень? Кем ты работаешь? Безработный. Он безработный. Не заметил, слава богу. Сколько лет Алексею? Какому Алексею? Алина, ты куришь? Нет, не курю. Ребенок с кем сейчас? Ребенок сейчас спит. Делала пластику? Нет, еще ничего не делала. Загорелась и потухла сразу. Ну что, он на зарядке сел? Да, ну видишь, он даже чуть-чуть черный. То есть он нагрелся и вырвался. Пластику хочу делать, грудь хочу. Есть ли привыкание к Айкос? Бывает нервничаю по работе, работаю с людьми, иногда хочется курить. Привыкание есть даже к шоколаду. Привыкание есть даже к шоколаду, он говорит. Мы же фильм хотели смотреть. Ты только занятарка пойдя. Я татарка. Бабега с КХМ был конфликт. Не знаешь, случайно? КХМ это кто? Грудь будете делать? Буду. Последняя будешь? Нет. А я буду. Там еще и сладкая. Не нужно тебе грудь, и натуральная ты красотка. Да я хочу больше. Спасибо так-то. Ну, можно, наверное, курить, когда сильно стресснешь. Нет, ну можно иногда, редко. Редко не считается курить. Сможешь там жить на стане? Не хочу в Турции жить. Сейчас. Иди на Дом-2 за титиками. Зачем мне тебе на Дом-2 за титиками? Я и тут могу сделать. Ты классная, просто такая. Спасибо. Без груди класс, нормас. Да? Нет, без груди нет. Грудь-то она есть, но просто как бы я хочу больше. Подтверждаю, есть. Когда смущали. Ладно. На что вы живете и не работаете? На что мы живем? На карточку. Вот здесь такая карточка, с которой ходишь и все покупаешь. На что мы живем? Да, всех интересует, на что мы живем. То, что я безработный официально, не значит, что я не зарабатываю.
Мы поняли, да? Если человек хочет изменить внешность к лучшему, это выбор, значит, так надо. Согласна. Вы блогер? Да, я не блогер. Не могу назвать себя блогером. Я Алина, которая просто публично... Сегодня ты видел, что ты блогер. Ну ладно, блогер, да. Нет, я блогер. Ну не такой блогер, что прям блогер-блогер. Я блогер... Начинающий. Я блогер по настроению. Ну типа, у меня есть настроение, я снимаю. Нет настроения, не снимаю. Привет, Сестаны, привет. Здравствуйте. Самое лучшее. Спасибо. Яблоко вкусное. После Турции будете жить вместе? Где? Вместе, где, вот не скажу вам. Где-то. Ага, пока не прилетим. А? Пока не прилетим. Что, пока не прилетим, не скажу? Ну да. Ну да. Так, еще с самолета история начнется. Нет, история-то начнется, но я же не буду говорить, куда я буду. Будет понятно. Что понятно? Как? Когда прилетим, будет понятно, где мы. Ну, не факт. Да. Слушай, пальмы везде бывают, даже в Турции. Ой. На, кто это Хмунте? А то интересно теперь, я тоже не знаю, кто такой Хмунте. Где планируете жить постоянно? Я бы хотела за границей. Европа. Как с коронавирусом у нас? Хорошо? Все ходят в масках, но мы уже переболели. Поэтому что? Алло, а? Это обучение? Нет. Я вот начала повторно болеть, ужас какой-то. Ой, болеть — это неприятное дело, поэтому я желаю вам выздоровления скорейшего. Привет из Казахстана, здравствуйте. Где Лиса? Лиса с мамой. Да, мы тут снимаем квартиру. Блин, яблоко такое вкусное, если честно. Надо научиться играть в компьютерные игры. В общем, завтра я поеду... Поеду. Завтра пойду заниматься спортом. Не хотите, я выйду в прямой эфир? Или как? Что вы скажете по этому поводу? Как часто делаешь чистку лица? Один раз в два месяца где-то. Подколы про эфиры, манера речи. Может.
Ладно, еще 5 минут и пойду. Давайте пока 5 минут о что-нибудь поговорим. Какие фильмы вы можете мне посоветовать? Сериалы. Почему мою смс-ку не читаете? Читаю. Какие любимые духи? У меня их много. Амуаш Хомер. Ну, это может быть на сериал. Вы заказали. Все. Пойду я. Вам всем желаю доброй ночи, всего самого наилучшего.